Давайте мы вместе с вами будем по-взрослому друг другу говорить привет, привет. Я для вас пою новую песенку. Проходите, садитесь на стульчик. Все ножки становитесь дружно за руки берите. Все на ножки становитесь дружно за руки берите. Будем петь, танцевать, будем ручками махать. Будем петь, танцевать, будем ручками махать. Все агатки очень рады нам помогать, а наши надо. Все агатки очень рады нам помогать, а наши надо. Нас без агатки было мало. Очень рады нам похлопать Аринина. Все Арине очень рады нам похлопать Аринина. Нас без Арины было мало, нам Арины не хватало. Без Арины нас так мало, нам Арины не хватало. Всем мы Лизе очень рады нам похлопать Лизе нам. Всем мы Лизе очень рады нам похлопать Лизе нам. Нас без Лизы было мало, Лизы очень не хватало. Все мы Ане очень рады нам похлопать, а не надо. Все мы Ане очень рады нам похлопать, а не надо. Нас без Ани было мало, Ани очень не хватало. Нас без Ани было мало, Ани очень не хватало. Посмотрите, девочки, мы как девочки-белочки песенку для себя спели, а для мальчиков-зайчиков споем тоже песенку. Саше очень рады нам похлопать, Саше надо. Все мы Саше очень рады нам похлопать, Саше надо. Нас без Саши было мало, Саше очень не хватало. Нас без Саши было мало, Саше очень не хватало. Все мы Владу очень рады нам похлопать, Владу надо. Все мы Владу очень рады нам похлопать, Владу надо. Нас без Влада было мало, Влада очень. Можно сделать. Ну, да. Ариш, не надо. Очень красиво. Так. И споем все вместе эту песенку. Взялись за руки. Что нам осень принесет? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что нам осень принесет? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, вот это тело.
Вот так ласточку держишь. Не знаю, насколько оправдана громкая музыка. Я использую для того, чтобы было весело, потому что все равно детки не проговаривают слова, правда? Потому что если мы будем, если я уберу музыку, оставлю тихо, то детки не будут подпевать, мы никого не слышим. Иди с нами, Сашенька, попой. Осень, на скомкила листья осыпаются, солнце нет и потемнело, дождик начинается. Приготовила дождь, ка-ка, на дорожке, ка-ка, на ладошке дождик, землю поливай, с нами поиграй. Паучки, жучки и мошки прячутся, стараются, и в далекую дорогу птички собираются. Ка-ка, на дорожке, ка-ка, на ладошке дождик, землю поливай, с нами поиграй. Очень хорошо. Детки с дождиком играть любят? Любят. Сейчас я для деток принесу веселую почку, и мы с вами выберем те прищепочки, которые мне помогут успокоить дождинки. Те дождинки, которые к нам спешат, которые нам гулять мешают. Посмотрите, одна тучка для того, чтобы собирали Агафья, Анечка и Влад. Выбираем только синие прищепки, а другую тучку будет помогать собирать Арина, будет помогать Лиза и будет помогать собирать Сашенька. Ну-ка, выбираем синие прищепки, помогаем нашей тучке дождинки лить. А я вижу, что ты видишь зеленый, а другие детки не понимают, где зеленый, где синий. Ну-ка, девочкам дай. Берем синий, не берем все. Вот так отсюда выбираем и кладем одну дождинку с одной стороны, другую. Проходи, бери здесь дождинки сама. Сама их доставай, сама их надевай. Дождик поливает землю и дома. Осень наступает, а потом зима. Только детки не грустят, петь, плясать они хотят. Так, помогай, вот сюда надевай. Надевай дождинку свою. Так, умничка, сама надевай. Вот это да, вот так Агафья молодец. А Арина помогла? Ну-ка, помогай, Арина, надевай дождинки. Ну-ка, сама раз, вот так молодцы. Все дождинки мы собрали на точку на дереве, потому что осенью очень часто дети бывают дожди. Ну а теперь давайте осень в гости позовем. Будем говорить слова осень, осень, в гости просим. С листопадом и дождем, с перелетным журавлем вместе. Осень, осень, в гости просим. С листопадом и дождем, с перелетным журавлем. Почему-то осень к нам не спешит. Где же наша осень? Пусть к нам она прилетит. Еще раз позовем. Осень, осень, в гости просим. Приходи к нам с листопадом и дождем, с перелетным журавлем. Какая грустная мелодия, потому что действительно, дети, умывается все вокруг, а мы ждем осень. Ах, посмотрите, осень на нашем пороге. Кто она такая? Красавица золотая, такая же, как мы, похожая на девочек, похожая на мальчиков. Эта осень в гости к нам пришла, развесила золотые монетки на ветках, принесла нам дождинки, накормила нас вкусными-вкусными яблоками, накормила нас вкусными грушами. Если бы не было осени, разве мошки, паучки успели бы спрятаться? Нет. Разве белочки успели бы сделать свои запасы? Нет. Если бы осень не приходила, разве бы успели бы спрятаться мишки и ежики далеко в нору и заснуть на всю зиму? Нет. Все это животные делают осенью. А если бы мы не успевали собирать осенью грибочки, что бы случилось? Они бы все потерялись, они бы все испортились. Как хорошо, что осень к нам пришла. Давайте мы для осени споем хороводную песенку. Здравствуй, осень, осень золотая. Хорошо, что ты к нам пришла, правда? Споем, станем вокруг нее хороводом и споем для нее веселую песенку.
Здравствуй, осень, осень дорогая. Ну-ка, вспоминаем эту песенку. Беремся за руки. Вокруг осень. Пойдем, Саша, с мамой. Осень, осень, осень золотая, наша гостья, гостья дорогая. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. А ты, девочки, приседаем. Сади колоски пшеничные, будут у детей пироги очищенные. Качалочку показываем. Раз, два. Корзинку на пол осень положит и тоже с нами потанцует. Раз, качалочку. И Лиза делает. Потопаем для осени ножками. Топ, топ. А как мы топаем? Не боимся лучше, потому что у нас резиновые сапожки. А если промерзнем, захлопаем. Хорошо, что ты пришла, что нам осень. А вы, девочки, приседаем. Помидоры, огурцы принесла из грядки. И капусту, и бобы кушайте, ребятки. Качалочку покажем, как мы умеем делать. Вот такие мостики через лужицы. Саша, без тебя нам тяжело. Бери маму в коробок и потанцуй вместе с мамой. Вот какой Саша молодец. Потопаем ножками. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Чудо я для вас принесла из сада. Угостите всех ребят, буду очень рада. Качалочку, мостики через лужицу. Раз. Вот как мы можем через мостики переходить. Потопаем, если ножки замерзнут. По ним шлепает резиновым сапожком. А если ручки замерзнут, мы ими похлопаем. Вот осень в гости к деткам и пришла. Посмотрите, дети, что же нам в корзинке осень принесла. А осень нам дети принесла. Посмотрите, что здесь такое? Яблоко. Яблоко. А это что такое? Груша. Ой, а это что такое? Ну-ка, помоги, Агафья, подскажи нам, что это? Сливы. Сливы. Где растут груши, яблоки и сливы? Ну-ка, расскажем осени. Осень, осень, красота. Любит осень детвора. Сливы, груши, виноград. Все поспело для ребят. Вот как мы все знаем про огород. Мы видим, что у тебя какой-то волшебный листок. Ну-ка, помоги. Ну-ка, нас осень куда-нибудь позови. Я осень золотая, на праздник вам пришла. Осенние сюрпризы для вас я принесла. А вот и мой волшебный листочек. Ой, какой необычный. Покажи его деткам. Дети, чей это листок? Кто мне подскажет? Чей это листочек? С какого дерева он упал? С рябинки? С рябинки. Нет. С дуба? Нет. Посмотрите, какой необычный листочек. С одной стороны он золотой и желтый, а с другой красный. На каком дереве висят и красные, и золотые листочки? Это, ну-ка вспоминай, подержи осень, мы сейчас тебе расскажем стихотворение, приготовили ручки. Ветер по лесу летал,
Ветер листики считал. Подняли одну ручку, покажем осени. Лист кленовый, лист дубовый, лист рябиновый, резной, лист березы золотой. А последний лист осинки. Все упали на тропинку. Самый первый листочек, дети, был кленовый, потому что клен нам дарит такие листочки, которые могут быть и красными, и желтыми. А на других деревьях так не бывает. Ну-ка покажи, что ты можешь делать. Будем листики считать, давай. Вот кленовый, вот дубовый, и вот рябиновый, лесной, а вот березки золотой, а вот последний лист осинки, ветер, на топинку. Умничка, какой молодец, знает еще одно стихотворение. Похлопаем, какой класс, молодец. Кто хочет еще осенью рассказать стихотворение? Кто помнит, расскажи нам, Анечка, свое стихотворение. Господин дома осень успевает брусника, стройник холонеет. Птичьего крика сердце стало грустнее. Птицы летают под осеннее море, все деревья перестали на отменному боя. Солнце ест и смеется, ест так боковое, что осень проснется и заплатит большое. Давайте попробуем. А что это за веселый дождь, который может плакать с просонья? Может быть, мы осени покажем, как мы умеем с ложками расписными детскими плясать, играть в веселый дождик. Давайте покажем. Осень даже не знает, что мы такое умеем. Ну-ка, стань скорей. Ложки в руки мы берем. Сними. Потанцуем. Так, Анечка, держи. Анечка держит эти ложки. Держи, Анюта. Так, Агафья держит красивые расписные ложки. Ариночка держит ложки. Так, молодец. Держит Сашуля. У Саши сегодня, дети, такая красивая рубаха. Косоворотка. Настоящая русская, нарядная. Так, положили ручки на пояс, дети. И побежали. Ну-ка, друг за другом, побежали, Анечка, за тобой. Я догоняю Анечку, а детки догоняют меня. Скорей, 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 бегом, бегом за мной. А я снизу догоняю. Скорей, скорей, лучше возьми ложечки. Влад, возьми ложки. Побежали, побежали, остановились, приготовили ложки. Кап-кап, 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 громче, кап-кап. Кап-кап, молодцы. Попробуем в другую сторону, ведь дождик не заканчивается. Он очень долго идет. Повернулись в другую сторону. Анечка, мы тебя догоняем. Теперь мы Сашу догоняем. Саша, поворачивайся. Так, молодец. Скорей, скорей, Арина убегает. А я ее догоняю. Скорее, скорее, вот как мы убегаем. Осень смотрит на нас, улыбается. Ведь она нас гордо забывает. И кап-кап. Кап-кап, мы слышим под дождик. Кап-кап, 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 кап-кап. Понравилась тебе песенка дождика? Да. Понравилась осень. Спасибо, дети, за ложки. А теперь посмотрим, что нам осень хочет про листочек сказать. Куда она хочет вместе с нами полететь? Ну-ка, осень, держи свой листок, позови нас в путь дорогу далеко-далеко. Где он только не бывал, и в детский клуб на праздник, к ребятам он попал. Летит листочек, кружится, куда он упадет, туда мы и отправимся, там будет огород. Ой, дети, что такое огород? Что на огороде растет? Что на огороде растет? Растет. Нет, нам листик показывает, где у нас будет огород. Это очень хорошо, что листик нас в огород зовет. Потому что ты думаешь, осень, что наши дети ничего не умеют? А наши дети умеют не только прыгать и бегать. Наши дети умеют строить огород. Посмотрите, дети, какой у нас заводчик. Иди сюда, Лизонька. У нас есть круглый огород. Вот какой огород. В нем капуста растет. В нем морковка растет. И свекла растет. А мы сейчас этот огород построим. Возьмем один кирпичик большой.
один кирпичик маленький и построим огород, чтобы никто в огород не залезал, чтобы никто ничего в огороде не брал. Ну-ка, скорей-скорей строим, а то к нам придет наш веселый козел Тарас, который очень любит в огороде играть, чего-нибудь себе там искать. Построили огород. Так, а теперь споем песенку, как Тарас один козел. Получается? Ну-ка, получился там огород? Не, ну-ка, я смотрю. Ну-ка, получился? Вот это да! Вот это огород! Ну-ка, скорее-скорее, вот эту лазейку, еще один заборчик. Молодцы! Лишний забор убираем, а этот заборчик оставляем. Детки, поднимаемся, споем песенку про козлика, который любит в огород бегать и там что-то доставать. Приготовили себе рожки. Приготовили, Анечка, рожки. Рожки на голове. И песенку «Как Тарас один козел». Как-то, так, ну-ка, скачет. Как Тарас один козел в огород поесть зашел, посмотрел по сторонам, есть еда и здесь, и там. Под копытами трава, а над головой листва. Наклонись, капусту кушай, а вверху большие груши. Слева огурцы растут, справа кустики цветут. Слева молодой лучок, справа вкусный кабачок. Здесь 100 ягодок, там 200, козырь крутится на месте. И пока он выбирал, пес его в сарай прогнал. Всех прогнала козлов. Пусть эти козлы здесь не ходят, пусть эти козлики здесь не бродят. Мы лучше огород вокруг тебя заведем в хоровод. Давайте мы вместе с вами наденем одни попы. Овощные медальоны. У нас будет на нашем огороде расти помидорчик. Я им пользуюсь. Будет расти у нас капусточка. Так. Будет расти у нас лучок. Так. Будет расти у нас морковочка. Мы об этом уже давно говорили. Будет расти у нас картошечка. А? Что у тебя? Да, очень красивая радуга. Так, кто у нас еще остался? Лизонька осталась. Так, Лиза. Лиза у нас тоже будет капусточка. Иди сюда, Лизонька, иди, мой дружочек, будешь капусточка. Вот, вот какой у нас огород. У нас, детки, огород. Что же в этом огороде растет? Возьмемся за руки, дети. Станем большой-большой огород. И споем песенку про огород. Что, что-то не так? Взялись за руки, сделали большую-большую хоровод. Ну, что такое? Развалился наш огород, сейчас кто-нибудь прибежит. Ну-ка. Взялись за руки. Алиночка, давай руку. Есть у нас огород, в нем капусточка растет. Вот такой вышины, вот такой ширины, вот такой вышины, вот такой ширины. Ты, капуста, к нам спеши и немножко поплеши, а потом не зевай и в корзинку полезай. А потом не зевай и в корзинку полезай. Взяли за руки, есть у нас огород, в нем морковочка. Есть у нас огород, в нем все люди украсть. Вот такой.
вместе. Максим, понравилась тебе наша песенка? Да. Понравилась. Может быть, твой листочек нас еще куда-нибудь позовет. Мы любим путешествовать, ведь наши детки могут превращаться не только в овощи. Наши детки умеют превращаться еще во что-то. Ну-ка, дети, посмотрим, кем мы можем стать. Мы снимаем все овощи, мне их тихонечко отдаем. Теперь мы уже не огород, поправляем прическу немножко вот здесь. Так, хорошо, так. А, какие рябиновые бусы, прям как песня, рябиновые бусы. Так, вот они у нас висят. Молодцы. А теперь, дети, давайте мы с вами вспомним, чего так много бывает у нас осенью? Что случается осенью на деревьях? Что появляется на деревьях? Много-много чего? Золотых и красных чего много появляется на деревьях? Много-много золотых листиков. Ну-ка, листочек, зови нас. Куда нас зовет листочек? Далеко туда, где растут много-много-много деревьев, где разные животные. Где в листочек не бывал? Кружись, вертись. Ну-ка, вспоминаем. Летит листочек, кружится. Летит листочек, кружится. Куда он упадет, туда мы и отправимся. Там будет огород. Мы там уже были. А теперь куда он нас зовет? Туда, где листики золотые ведут хоровод. Где у нас много-много детей растет деревьев? В лесу. Там, где бывают белки. Там, где бывают ежики. И там, где бывает много-много зайчиков. И где живут медведи? Давайте мы вместе с вами, дети. Я чувствую, что они все устали, но я хочу успеть это без 10 закончить, чтобы она ушла. Поэтому мы сейчас, дети, возьмем и поможем в лесу сначала белочке построить дупло, а потом поможем еще кому-то что-то построить. Ну-ка посмотрим, кто тут у нас сидит, дети. Кто это? Белочка. Белочка живет в лесу. Всю осень белка не отдыхает, белка шишки, грибочки собирает, устилает осенними листочками себе дупло и даже из веточек делает себе, устилает и делает себе гнездо. Посмотрите, какие у меня много-много-много кубики. Сегодня из кубиков больших, из желтых и красных построим дупло. Спрячем маленьких, сегодня нету. Вместо маленьких кладем желтые, а вместо больших поставим красные. Тебе не досталось? А ты сделай окошко. Ну-ка, сделай окошечко. Помнишь, как ты нам придумал? Такое мне никто еще не предлагал. А ты вот сделай, спрячь ее в окошко, она выглянет и сразу увидит и тебя, и других деток. Так, мы вот так вот делаем, посмотри, чтобы было красиво. Один красный, другой желтый. Один красный, другой желтый. Ну-ка, рядом еще поставим. Где еще нужно добавить? Молодец, Лиза. А здесь что поставим? Молодец, у нас будет окно с двумя рамами. Так, красота. Вот так спрячем, чтобы ветерок не задувал. Так, вот мы все-все-все нашли кубики, да? И построили для белочки дупло. Построили для белочки дупло. А теперь, дети, давайте мы вместе с вами споем песенку про золотые листики. Какие нам листики нужны, если золотые? Желтые или красные? А вон трогает белку. Ничего страшного, белка посидит на нас, посмотрит и послушает нашу песенку. Возьмем только желтые золотые листочки. Достаем желтые золотые листики. Берем каждый один желтый листочек. Один желтый листочек берет Анечка, один желтый листочек берет Сашенька, и один желтый листочек берет Арина, и один желтый листочек берет Агафья. Желтый, желтый. Кто меня не слышит? Вижу желтый. А вот можно взять желтый, возьми желтый. Да, конечно. Возьми желтый листочек, посмотри, как у меня много, посмотри. Ветер дует, задувает, листья с дерева срывает. К нам, ребята, не зевайте, листок берем и танцевать начинаем. К нам, вы, ребята, не зевайте и листочки собирайте. Поднимаем листики все кверху и споем песенку про золотые листики.
Можно листочек опустить и самим покружиться. Вот как мы красиво кружимся. Побежали. Мы бежим по листикам, айны шуршат. Это называется тоже листопад. Это листопад. Это листопад. Вот как мы летаем высоко-высоко, поднимаем ручки. Молодцы, умнички. А теперь выбираем один листочек. Кто-нибудь берет, кто-нибудь дубовый, а кто-нибудь кленовый. Выбираем или дубовый, или кленовый. Молодец, хорошо, бери дубовый листочек. А кто взял кленовый? Только желтый. Или кленовый, или... Я кленовый. Молодец, желтый. Выбираем желтый. Поближе, потанцуй вместе с нами. Покачайся надо мной, мой листочек золотой. Листики кленовые, листики дубовые. Присели, мы под листиком сидим, и за листика глядим. Вдруг веселый ветерок хочет вырвать мой листок. Листики дубовые, листики кленовые. Спрячем мы листочки, не дадим, пригодится нам самим. Листики дубовые, листики кленовые. Какими мы листиками танцевали? У меня какой был листочек? Кленовый. А у тебя, Влад, какой был? Дубовый. А теперь давайте, дети, покажем осени, как мы умеем делать дорожку из кленовых и дубовых. Я положу один листочек кленовый, а потом дубовый. Теперь Саша кладет кленовый. Следующий какой будет? Дубовый. Клади, Влад. Молодец. Нет, Ариночка, так. Вот теперь после дубового. А зеленый пока нет. Бросит осень по дорожке. Промочить старается ножки. Теперь следующий какой листочек будет? Дубовый. Молодец, Аня, клади. Теперь следующий. Сашенька, скорее ну-ка кладем. Кленовый. Скорее, скорее, скорее. Вот здесь кленовый после дубового. Кленовый. Молодец, хорошо. Сюда, сюда, сюда. А я теперь дубовый. А Саша опять кленовый. Дети, ну-ка посмотрим по сторонам. Есть еще дубовые листики? Ну-ка, дубовые. Вот они еще дубовые. Спасибо, осень. Бросила к нашим ножкам еще один дубовый. Клади дубовый. Так, вот сюда. Вот дубовый. А дальше кленовый. И снова дубовый. А дальше кленовый. Посмотрите, какая дорожка. Бродит осень по дорожке. Промочила в лужах ножки. Льют дожди, и нет просвета. Потерялось где-то лето. Кто еще осени хочет рассказать стихотворение? Ну-ка, Саша, вспоминай. Про грибочки у тебя стихотворение хорошее есть? Ну-ка, я слушаю мы тебя. А сейчас чего-то говорю. Мы грибок найдем, шапочки наяны, светом шоколад, ой, какой молодец, давайте хорошо, хорошо похлопали Саше. Ведь нам Саша рассказал стихотворение про грибок. Давайте мы вместе с вами встанем на полянку и станцуем танец под осиновиком. А потом послушаем и твое стихотворение. Хорошо, мой дружочек? Я хочу. Обязательно споешь, обязательно. А теперь становимся как под осиновики и станцуем танец под осиновиком. Ведь наша белочка любит угощаться вкусными подосиновиками. Вот мы для нее и споем песенку подосиновиков.
Ну-ка, друзья, встанем скорее-скорее в хоровод. Посмотри, осень, как наши детки танцуют танец грибочков. Ну-ка, скорее, кто нам подсказывает? Пусти ходынья про грибочки, а сам не танцует. Притопнули ножкой. Притопнули ножкой. Еще. Ну-ка, Саша, без тебя подосиновика нам не получается танца. Ну-ка, Арина, помогай. И ножку покажем, какая крепкая ножка. Вот такая у нас ножка. И подтопай вокруг себя. Ох, какой красивый грибочек у нас Влад. Какой красивый грибочек Арина. Присели. Растем вверх. Выросли, ручки вытерли. Вот как часики идут. А ножка растет. Молодцы, потопаем крепкими нашими ножками. Кто носит шляпку на ноге? Только грибочек. Кивай головой. В красной шляпке я стою. Подняли голову. А вы сели, спрятались. Подняли. Мне еще раз. Сыграй на горбушке. Первый парень на поляне. Ой, как осень с нами затанцевала. Ей понравился наш танец. Нож мы ему покажем. Вот. И потопаем ножками. Потому что идет дождик и холодно. Еще почему дети-птички улетают? Еще почему не улетают? Кто спрятался? Паучки, жучки и мошки. А ведь наши птички летают повсюду. И кушают паучков, кушают жучков, кушают мошек. А они все попрятались. Посмотрите, кто улетел. Улетели лебеди, улетели скворцы, улетели ласточки. Это мы получили, дети, письмо от птичек. Ну-ка, почитаем, что здесь написано. Ребята, мы очень хотим, чтобы вы для нас сыграли на музыкальных инструментах, чтобы мы далеко-далеко в теплых странах услышали вашу песню. Дети, а на каких музыкальных инструментах мы можем сыграть песенку про осень? Какие музыкальные инструменты? Мы на пианино умеем играть? Нет. А на трубе мы умеем играть? Нет. А я умею. Очень хорошо. Так, хорошо. А на дудочке мы умеем играть? Нет. А знаете, что у нас есть? Я совсем забыла. У нас есть музыкальный инструмент вот такой. Вот такой. Давайте мы вместе с вами бубны возьмем. На бубнах песенку для осени сыграем. Так громко ее споем, чтобы ее все птицы услышали. Держи. Солдатикам даю. Держи. Так, держи. Вот смотри, у меня новый будет с тобой красивыми мальчиками. Ну-ка, бери. Так, Лизонька, держи красивыми. А у тебя там музыка отмечивается. Нет, есть нитки. Посмотри, какой красивый у нас есть. Вот такие нитки, ты улыбаешься? Вот, опускайся, опускайся. Арина, ты сейчас тоже дал красивый, красивый. Вот такой будет звездочка. Чтобы нам красиво сиял. Ой, далеко-далеко в теплых краях услышит нашу песенку. Осень, помоги мне с ветрами. Ой, песенку осенью-осенью. Дети сейчас вместе с тобой будут ее петь и играть. Потому что наши дети умеют эту песенку играть. Подняли бубны высоко-высоко наверх. И белка не падает. Пусть она слышит. Сейчас такой оркестр заиграет. Далеко-далеко будет слышно. Листья пожелтели, птицы улетели. Осенью, 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 осенью. Тут же на дороге холодно в пороге. Осенью, осенью.
птицу. Плыве по кошке, не промокнут ножки. Осенью, 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 мудрая погода, грустная природа. Осенью, 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 осенью. Понравилась тебе наша песенка «Осень»? Да. Очень понравилась. Эта песенка, дети, была очень далеко слышна туда, куда улетели наши птички в теплых краях. А теперь, дети, посмотрите на осень. Наша осень все грустней и грустней. Думаю, что нашей осени пора домой уходить. Пора других детишек посетить. Ведь ее ждут на праздниках в других детских садах, в других детских клубах, в других детских школах. Она в осень принесла много-много подарков в корзине. Она их здесь для нас оставит. И оставит нам еще того, кто спрятался и тихонечко сидит, ждет, когда он к нему в гости придет. Поэтому мы тебя, осень, слушаем. Мой волшебный листочек никуда не летит, больше веселиться мне он не велит. Говорит, пора в дорогу собираться, до других детей надо бы добраться. А для вас я приготовила подарки, чтобы вы меня не забывали и еще на праздники и в гости приглашали. Мы тебе, осень, говорим пока-пока, приходи нам на следующий год. Мы для тебя разучим следующий хоровод. А мы, детки, возьмем стульчики и тихонечко сядем за стол и посмотрим, кто там нас по листкам уже ждет целый праздник и хочет с нами встретиться. Ну-ка, стульчики берем и сюда к столу несем. Садимся на стульчик. Садится. Саша садится. Агафья. Садится Анечка. Я буду сюда. Я хочу сюда. Тихонечко детки сидят и на меня глазками глядят. Так, садись. Листочки собирали. Я пока еще ничего не показываю. Листочки собирали, листочки разбросали, а потом листочки снова собирали. И пока мы листики разбрасывали, к нам приходил в гости маленький. Не нужно подниматься. Вот так, садись и сиди. Все будет видно. Я сейчас все покажу. Пока мы танцевали, к нам в гости приходил маленький вот такой старичок. Старичок? Листовичок. Этот старичок по лесу гуляет и для деток листики золотые собирает, потому что наш старичок-листовичок приходил к нам на занятия, но постеснялся зайти и видел, как вы умеете домики для овощей и для фруктов находить. Этот старичок-листовичок принес для наших деток новую игру. Игру с листиками. Давайте откроем и поиграем. Попробуем? Попробуем. Ну-ка посмотрим, что же здесь у нас такое. Ой, посмотрите, дети. Это листик какой? Дубовый. Он живет в домике вот таком. Мы его в домик кладем, и он у нас в домике остается. Повернем и положим. Вот, молодцы. А теперь посмотрим на следующий листочек. Этот листочек, с которым мы играли, какой? Кленовый. У него домик, дерево клен. Мы его тоже собираем и надеваем. Надевай, Агафья. И тебе. Посмотри, какой. Вот он, красный лист. С осинки, который самый последний упал на тропинке. Вот я тебе его даю. Сам его клади. Дети, посмотрите. Я смотрела на этот листочек и ошиблась. Как я могла? Посмотрите, где у нас здесь был кленовый, правильно? Ирина Филипповна ошиблась, а детки мне помогут, исправят. Где был кленовый листик, который может быть и красным, и желтым?
Вот он кленовый, а это, детки, я ошиблась. Этот был листочек каштановый, тот самый каштановый, на котором росли каштаны, из которых мы делали паучков. Вот этот попробуй еще раз. Собери, Агафья, не толкайся, Агафья. Это я ошиблась. Так, молодец. Аришенька, подлезь сюда вот так вот поближе. И собери кленовый листочек. Так, молодец. Ну-ка, какой здесь еще листочек? Это, посмотри, покажи нам, Саша, всем. Покажи, покажи. Деткам покажи его. Этот листочек, дети, рябиновый. Детки, чтобы увидели, Сашуль. Вот он. А детки не видят с другой стороны. Посмотри, какой. Вот он, рябиновый. Она тебе дала вот этот каштановый, ты его уже собрала. Теперь листочек для Лизы. Посмотри, Лиза, какой листочек. Здесь есть листики? Нет. Здесь стеков нет, здесь одни иголочки. Здесь одни иголочки, но они от дерева, от елочки. Клади иголочки. Так, и последний лист. Березовый, вот такой, посмотрите. Он тоже в домик прячется, скрывается. Вот сюда. А теперь... Подняли все листик. Молодец, умничка, хорошо. Вот. Итак, ветер листики считал, ветер листики срывал. Лист дубовый, клади мне лист дубовый на ладошку. Лист дубовый, молодец. Лист кленовый, у кого кленовый листочек? У меня. Кленовый, кленовый, Арина. Арина, кленовый, давай мне свой кленовый листочек. Кленовый, нет, только листик, домик не нужно. Вот лист кленовый, лист рябиновый, вот он, лист рябиновый, резной. Давай мне свой лист, нет, только листочек с картинкой, не надо, с домиком не нужно. Вот лист рябиновый, резной. А теперь у кого, дети, лист березы? Он еще не золотой, но березовый. Давай мне свой березовый листочек. Так, давай, мой друг. А это ты мне сейчас скажешь. Итак, дети, лист дубовый, лист кленовый, лист рябиновый резной, лист березы золотой. А последний лист кто нам даст? А последний лист с осинки. Значит, какой у тебя листочек? Осиновый. А последний лист с осинки. Вот он бросил нам все. На тропинке. Вот мы и собрали все листочки. Иголочки убираем. Иголочки убираем. А теперь раздаю детям вот так. Один домик. Второй домик. Я сейчас всем раздам. Тебе держи. Вот такой домик. Тебе держи. Вот такой домик. Тебе держи. Вот такой домик. У всех есть домики? У всех. Я домики раздаю. В чей домик летит этот листок? А мне. Летит, летит лепесток. Держи. Молодец. Кому летит этот листок? Почему ты у нее забрала? Мне. А разве у тебя такой домик? Я хочу такой. Ну, а у тебя другой домик? Покажи нам свой домик, и мы тебе его дадим. У кого такой листочек? Вот этот. Конечно, у Агафьи. Держи, Агафья, у тебя, наверное, домик, клен, дерево клен, и туда летит твой листочек. А теперь посмотрите, летит, летит рябиновый листок. Никто его в домик не зовет. Конечно, мой друг, держи. Видишь, как наши детки хорошо знают листовичок, все листики. Какие они у нас молодцы. А теперь, дети, летит листочек березовый. Не в какой ему полететь. Ну-ка. Мне. А ты поверни в другую сторону, моя хорошая. Видишь, какая здесь путалка с другой стороны. Ну-ка. Получилось. Здорово. И у Агаши получилось. А ну-ка у тебя попробуем. Ну-ка. Ну-ка попробуем. Хорошо. Получилось. А теперь, дети, осиновый листочек летит. Летит, летит листок и не знает, куда положить, не знаем, куда его положить. Сюда, к нашей Лизе? Или к Арине? Куда, дети, отнести мне этот листочек? К тебе, потому что это листочек осиновый. Клади к себе осиновый. А у нашей Лизы тот листочек, который ветер не срывал, он висит, висит до самой зимы. Листочек каштановый. Держи, мой дружочек. Вот как интересно. Да, скажи. Мы с Катей ходили в театр. Очень хорошо. Листики дети собираем. Здравствуй, тихонечко садись на стульчик. Когда мы закончим с малышами, я тебя позову, и ты будешь с другими детками играть. Пока вы можете переодеваться и тихонечко сидеть. Кладем листики, дети. Очень хорошо. Я знаю, дети, что Лиза выучила стихотворение. Хочет нам Лиза рассказать стихотворение про листочек? Ну-ка, который шуршит. Ну-ка, Лиза, листопад. Листопад. Листья желтые.
шурша. Дальше. Под ногой шуршат, шуршат. Скоро голым будет. Умничка, дети, похлопаем. Лиза выучила это стихотворение и очень хорошо его знала. Листовичок, тебе понравилось, Лиза, на стихотворение? Очень понравилось. А теперь, дети, послушаем стихотворение, которое нам расскажет Арина. Арина. Осень наступила. Ну-ка, миновало лето. Рассказываем. Слушаем, Арина. Миновало лето. Дальше. Осень наступила на полях и рощах. Как? Грустно и уныло. Дальше. Стали дни короче. Дальше. Солнышко не видно. Да? Птички улетели. Все, мы напутали. Давай еще раз. Давай громко-громко. Давай тихонечко встанешь, потому что сидя неудобно. Правда? Ну-ка, мамы посмотрели. Бабушка смотрит, мама смотрит. Давай сама. Еще один раз. Миновало лето. Давай мы вместе. Деткам рассказывай, не мне. Ну-ка, листовичок тебя слушает. Миновало лето. Осень наступила. Дальше. На полях и рощах. Садись на большой стульчик. Грустно. Птички улетели, стали дни короче, солнышко не видно, темно-темный. Ночи. Давайте, дети, похлопаем, потому что Арина это стихотворение для нас выучила. Она его знает. Наверное, для нас хочет рассказать и стихотворение наша Агафья. Агафья, опустили листья клёна. Да, сейчас Агафья, потом ты песенку. Давай. Опустили листья клёна, 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 подожди. На глазке под окон золотой колесик. Умничка! Посмотрите, какое красивое стихотворение рассказала Агафья. А теперь, дети, Влад хочет для вас исполнить песенку. Будешь петь песенку? Осень золотой косынкой. Ну-ка, давай, спой нам песенку, а мы тебя послушаем. Осень золотой косынкой приглашает нас гулять, прыгать весело по лузам и листочки сопингать. Прыг-скок, прыг-скок, перепрыгни лужицу, а вокруг, а вокруг листики закружатся, а вокруг листики закружатся. Погуляй по дорожке, много листик набегем, и красивые букеты и нас, а мама, принесем. Прыг-скок, прыг-скок, перепрыгни лужицу, а вокруг, а вокруг листики закружатся, а вокруг, а вокруг листики закружатся. Очень красивая песенка, дети. А вам захотелось потанцевать с листиками после такой задорной песенки, которую спел нам Владик? Давайте возьмем листочки и станцуем осенний вальсок. А ты, листовичок, не видел ни одного нашего танца? Посиди, посмотри, как наши детки красиво танцуют. Берем, дети, листики и пойдем танцевать. Берем все по желтому листочку. Здравствуйте, Конечка, садись. Сиди, подожди, мы сейчас потанцуем, а потом вместе с тобой повеселимся. Очень хорошо, берем листочек, Анечка, бери листочек, Ванечка, бери листочек, бери листочек, возьми два листика, Агафья, берем листочек, Ванечка, возьми листики, помоги нам потанцевать, Агафья, берем листочек. Листочек берем. И поднимаем листики кверху. Саша, помоги нам танцевать листочки кверху. Листочки, листочки по ветру летят, а ты шариком прощается с нами. Осенний наш сад, у тебя листики здесь, и плавно качаясь идут хороводы. А ветер осенний нам песню поет. Саша, помоги шариком, потанцуй. Шарику очень хочется потанцевать. И другие детки тоже могут взять листики и потанцевать вместе с шариком. То вправо, то влево листочки летят, прощается с нами осенний наш сад. И тихо у деток шуршат, и дальше летят, и летят, и летят. Я Ане тоже сейчас дам шарик, если получится.
На, мой дружочек, держи шарик. Палец побежали, и снова листочки по ветру летят. У деток под ножками тихо шуршат. И плавно качаясь, летут хоровод. А ветер осенний им песню поет. Молодцы, покружились шариком, как красиво кружатся листики на ваших шариках. Молодец, Гумничка, красиво танцует Аня и Саша. Как будто мы держим букет из осенних листиков. А теперь тихонько шарики вверх поднимаем, шарики вверх бросаем. Ну-ка посмотрим, чьи листики будут летать высоко-высоко, далеко-далеко. Можешь листик опустить на пол? Ну-ка высоко-высоко поднимаем. Вот как красиво летают наши шарики. Да. Поиграем с шариками? Давайте. Молодцы, высоко-высоко бросаем шарик. Молодцы, вот как красиво наши листики вверх летят. Вот так, вверху, на, Аленечка, толкай свой шарик. Я боюсь, что та камера, которая стоит на столе, если кто-то ее ранит, коснется, зайди, да? Я на кого-то снимаю. Чья тебе? Я на кого-то снимаю. Шариками и закончился. А теперь я вас зову играть. Шарики в сторонку убираем. Солнышко и дождик поиграем. А сюда положила. Молодец, хорошо положила. Молодец. Посмотрите на желтом стульчике. У нас солнышко сияет. Когда солнышко нам светит, мы пойдем, танцуем, хлопаем, бегаем и топаем. А если вдруг мы услышим слово «дождик», мы сразу убегаем и прячемся под зонтик. Зонтик я раскрываю, и деток прячу под зонтик. Итак, внимание, встали друг за другом, взялись кругом. Раз, два, три, скорби, скорби. Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой. Оставайся таким, не лопайся. Ручки отпускаем, Агафья. Друг за другом побежали, пока будем играть, бежим. Солнышко светит, а мы гуляем. Побежали. Мы гуляем. Ой-ой-ой. Смотрим под ноги. Бежим. Побежали. Саша, бежим. Дождик. Оп. Дождик. Скорей под зонтик. Раз и прячемся. Ну-ка, Агафья. Нет, не боимся ни на кого. Не боимся, просто прячемся под зонтик. Лиза первой прибежала и под дождик не попала. Дети снова музыка играет, гулять нас зазывает. Побежали по кругу, друг за другом, ровным кругом. Мы бежим. Побежали, тихонечко. Бежим. Ой, что такое? Дождик. Ну-ка, прибегаем, под зонтиком прячемся. Вот какие молодцы. Все спрятались, никого дождик не намочил. Нет, никого. А теперь опускаем зонтик. Молодцы, умнички, побежали. А какой хитрый под грибком-теремком. Раз и спрятались.
спрятались под зонтиком. Раз и спрятались под зонтиком. Раз. Ну-ка, скорее, скорее, Лиза. Музыка замолчала. Бубен не звучит. Зонтик у нас всех зовет. Хорошо, мы спрятались под зонтиком? Хорошо. А теперь давайте покажем, как мы гуляем по лужам. Приготовили свои руки, ручки, как эти, как тучки. Вдруг закрыли небо тучи, начал плакать дождь колючий. Долго дождик будет капать, разведет повсюду слякоть. Присели. Грязь и лужи на дороге. Поднимай повыше ноги. Поднимаем повыше ноги. Остаться зонтик. Пойдем шагать. Как мы шагаем? Вот так. Вот так шагаем по луже. Высоко ножки поднимаем. И через лужи шагаем. Раз, два. Раз, два. Нам дождь нипочем. Мы гуляем под дождем. Как дождик идет, положили руки на пояс. Капля. Раз. Капля. Два. Очень медленно сперва. А потом, потом, потом. Все бегом, бегом, бегом. Мы зонты свои открыли, а дождя себя укрыли. Посмотрите, дети, за окошком. Дождик все идет и идет. Мы уже станцевали хоровод. Мы сделали для себя зонтик. И сейчас тихонечко каждый возьмет домой один осенний листочек. И пойдет домой листикой рисовать. Кто не хочет, потому что дома нет карандашей, просто возьмет и нарисует в ближайшие 5 минут в нашей комнате мастерилки. Желтые листики вот такие можно раскрасить, березовые. А осиновый листочек, который мама уже сами заметили, какой. Вот такой красный. Вот такой красный достается один Саше. Саша садится и рисует красным карандашом. Сейчас мы сделаем это здесь. Потому что до дома не дойдет этот листочек. Садись, мой дружок. Раскрашиваем. У меня дома есть карандаш. Очень хорошо. Моя хорошая, ты садишься и раскрашиваешь желтым. Желтым, таким, как мы берите. Раскрашивай. У меня полно дома карандашей. Очень хорошо, очень хорошо. Садится Арина и раскрашивает желтый листик для мамы. Желтый березовый листик. Агафья, садимся, раскрашиваем желтый березовый. Садись, мамочка. Нет, у тебя желтый, а у него красный. Вот я тебе даю. Анечка, садимся, раскрашиваем желтый. Желтый, золотой листочек березовый. И тебе даю, вот, держи. Березовый, желтый листочек. Красиво-красиво раскрашивайте. Так, Влад, мой хороший, тебе мальчику, как вместе, как и этому, как и Саше, тоже осиновый листочек. Значит, тебе даю красный карандаш. На. Садись вот сюда, поближе. Садись. Саша, только листик. Не торопись. Тяп-ляп не надо. Ты видела, как осень старается? Каждый листок нам раскрашивает. Лизонька, иди, мой дружочек, раскрасишь листик. Посмотри, какой я тебе даю листочек. Один вот такой, березовый. Он совсем не нарядный. Только мамы сразу предупреждаю. С одной стороны глаз немножко пачкает. Но не так совсем плохо. А ты старайся. Агафья, какая молодец. Как у нее красиво получается. Так. Проходи вот сюда. Проходи, Лизонька, вот сюда. Да. Вот сюда проходи. И раскрашивай свой золотой листочек березовый. Да как это ты не умеешь? Все умеешь, такую песню нам пел. Так, держи. Саша молодец, ну прямо как художник. Ничего, не, ему краски не мешают. Желтый кружится листок. Путается в сучьях, небо синий лоскуток, затерялся в тучах, весь-весь-весь, желтый листочек раскрашиваем, Агафья, Агафья, весь-весь-весь листочек, весь-весь-весь раскрашиваем. Поздний серенький рассвет в поле над Авином растревожился, нет-нет, криком журавлиным, для того, чтобы детки быстрее рисовали свои красивые березовые листики. Я им держу солнышко. Вот такое солнышко. Кто первым раскрасит красиво листок, тот и наденет лучик для этого солнышка. Нет, чтобы было все-все-все красивое. Так, даю вот пещерку тому, солнышко лучиковое, тому, кто уже раскрасил весь листик. Скорей. Вижу, Аня старается. Так, молодец. Умничка. Ой, какая умничка. А ты постарайся. Аня, я вижу, что ты уже постаралась. Ой, сейчас я дам прищепку Арине, а потом сразу Агафье.
И потом тут же дам прищепку для Лизы. Ай, Лиза уже прямо как маляр краску взяла и в ведре мешает ее. Молодец, кулачки держит карандашик. Молодец. Вот, спасибо. Так, молодец. Держи, моя хорошая, прищепочку, надевай лучик на солнышко. Так, молодец. Теперь сама. Иначе наше солнышко, дети, будет бледное вот такое. Вот такое осеннее солнышко, которое нас совсем-совсем не согревает. Мама, а ты желтая стала, красивая. А тебе, значит, даю какую прищепочку? Красную, чтобы солнышко иногда на нас вставало. Свой листочек. Да, молодец. Она уже красная. Давай тебе хорошо, дам желтое. Держи. Держи. Так. Следующий кому давать лучик? Вижу. Теперь Агафья дам. Агафья зака. Я тебе уже дала. Надя, давай еще побольше. Ну давай, хорошо. Называется задумаем как одно, а получится другое. Будет лучиков еще больше. По две руки мы же рисуем двумя руками. Одной ручкой держим, а другой делаем. Так, молодец. Хорошо. Умничка, отдаю тебе прищепочку. Дети, солнышко передаем для Агафьи. Нет, уже Агафья надевает лучики, солнышко. На, надевай. Так, молодец. И теперь Лиза мне помогает, солнышко. Так, молодец. Солнышко надевает лучики, надевай. Нарисовал. Сейчас еще, да? Так. Так, сейчас маме отдадим. Так, молодец. Еще чей у нас листик? Так, это кто у нас? И тебе подпишу, что это сделал кто наш мальчик? Саша. Вот такими большими буквами. Саша. И для Агафьи тоже дам вот такую красивую. Так, я сейчас подпишу, и потом дальше уйду, ты будешь дальше рисовать, хорошо? Арина, а теперь, дети, те, кто готов, встанем и попрощаемся вместе. Так, молодцы, карандашики забираем. Все, держи. Да, очень красиво. В следующий раз, уважаемые родители, предупреждаю, в понедельник занятий нет, потому что у нас выходной день, 5 число. Значит, в следующий раз мы встретимся только, Марина Васильевна, когда? Ни 6 во вторник, ни 7 в среду, а 7 в среду. Мы встречаемся 7 в среду. Приглашаю всех, у нас будет театр «Грибок-теремок», который мы не успели показать сегодня. Вот наши гости все пришли, под грибок успели спрятаться. Поэтому поем песенку «Пока-пока», снимаемся, и потом будем проветривать помещение для того, чтобы уступить место другим деткам. Теперь я для вас, дети, по-взрослому попрощаюсь. Очень хорошо. Хороший день, давай. Так, Ваня, нет, ну-ка, по-взрослому попрощаемся. Целый час мы занимались и немножко баловались. Целый час мы занимались и немножко баловались. Песенку тебе споем и на улицу поем. И Саша, песенку тебе споем и на улицу пойдем. Для пока и на прощание мы помашем, до свидания. Для пока и на прощание мы помашем, до свидания. Для Арины на прощание дром картоплю, до свидания. Для Арины на прощание дром картоплю, до свидания. А для Ани на прощание дром картоплю, до свидания. А для Ани на прощание дром картоплю, до свидания. А для Саши на прощание мы помашем, до свидания. А для Саши на прощание мы помашем, до свидания. Я Лизе на прощание дром картоплю, до свидания. А для Лизы на прощание дром картоплю. Песенку тебе споем и на улицу пойдем. Песенку тебе споем и на улицу пойдем. Молодцы, детки, очень красиво танцевали. А теперь можно листики свои брать. Ой, какой красивый подарок. Наверное, это осень принесла незаметный подарок. Веселые уроки. Деткам заниматься, играть, про осень нас вспоминать. Уважаемые дети, малышей, переходим в другую комнату, переживаем всю комнату, проветриваем.
здравствуй, Ванечка.